слов режиссер и автор идеи Александр Рагуля! Мы хотим сказать огромное спасибо Дому музыки, директору Сергею Евгеньевичу. Спасибо вам огромное, Сергей Евгеньевич, за то, что нам помогли и дали возможность репетировать в этом замечательном зале. У нас были хорошие условия, во многом благодаря этому получился, по-моему, неплохой спектакль. Вот. Спасибо вам, музыки, спасибо. Я хочу вызвать на сцену человека, вот все, что вы слышите, это не только я и артист, это еще и наш потрясающий аранжировщик, который уже второй проект со мной, Дмитрий Хейчетов. Дима, спасибо, спасибо. За это спектакль особенно. Я хочу вызвать на сцену нашего художника по костюмам. Которая проделала невероятную работу, зная, какой я жадный, какой я быстрый. Вот. И очень время. Спасибо тебе. Я хочу вызвать на сцену нашего художника по гриму. Оксану, Ксюшу. Это не просто она не такая хитрая, как кажется. Да. Она просто талантища. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Да. А я сказал быстро. Быстро выходи. Все правильно сказал Игорь. Я сказал быстро выходи. Да. Вот. Ксюша, ты молодец. Вот. Борода держится. Это очень приятно. Да. Итак, значит, я хочу вызвать на сцену нашего художника по свету, Настенька. Третий проект делает, и делает это так, что я не знаю, как видеть этого человека, она к нам артистов поставляет, она знает их, потом обучает. Вот, Настя, ты можешь прийти или нет? Настя светит. Настя с нами, друзья. Светлану Балашову, помощника моего, вообще, моего нашего директора, завтруппы, все. Спасибо, этот человек разруливает, вот, и со всякими, знаете, серьезными театрами, вот, она, как говорится, имела в виду всех, вот, в хорошем смысле слова, то есть, ну, как бы, человек просто делает невероятные вещи, понимаете, ну, вот бывает, что нужно кого-то отпросить, а они отпускают, а потом отпускают. А я сказал до свидания, разве? Сказал здравствуйте всем. Да. Наших звукорежиссеров Дарью Ахрамееву. Теплый нрав. Вот. И нашего прекрасного Артема. У Артема фамилия Мутников. Я помню его не только по фамилии, но и по его... Я что-то не то говорю, да? Друзья, главное хочу спасибо сказать вам, нашему зрителю. Вот, как говорится, нашим вот постоянным, вот, тем, кто с нами, спасибо вам огромное. Мы стараемся ради вас. Хочу спасибо сказать своей главной музе, вдохновителю, своей жене и своим детям, потому что она вот меня, как говорится, терпит, любит и помогает мне и в нашем деле, в нашем вот театре, и просто, ты где? Здесь! Здесь, на минутку! Она тоже. Вот, дорогие друзья, спасибо вам большое, зрители. Кого я еще забыл? Что я еще забыл? Еще у нас спектакль будет 14 ноября, «Графиня де ля Фер». Там будет другой состав. Приходите. Спектакль кто-то видел, кто-то не видел. Мы всех ждем. Наш театр растет. Вот. Александр Маракурин с нами. Да.